Блокчейн-стартап применяет криптотехнологии в поиске новостей. UserFeeds – стартапу из Варшавы удалось создать рейтинговую систему контента и репутации для блокчейн-сообществ. Разработчики утверждают, что они вдохновились концепцией делегативной демократии и Google PageRank. Первый продукт стартапа называется UserFeeds Agent и позволяет пользователям, разработчикам и публикаторам создавать собственные рейтинги для получения результатов поиска, информационных лент новостей, систем рекомендаций, списков топ-10 и спонсируемых ссылок.